Вот у тебя вот если вот выровнять в середине, то будет нормально. Привет. На минуту тебе можно? Вот у нас есть правила рекомендации по использованию фирменного стиля, но айтишники не могут загрузить в личный кабинет их, пока идет обновление. И вот предложение сделать небольшой ролик, где я поясняю, что это, как этим пользоваться. Этот документ, в общем, содержит в себе какой-то пак, где логотипы у нас, узоры вот, и прочее, как их использовать. Это, во-первых, полезно тем, кто продвигает проект. Как бы визуально посты будут опряднее выглядеть, это повысит внимание их аудитории к ним, вот, и я сократит их время. Я за, только вот смотри, вот здесь вот информацию обновить надо. Ну да, тут неправильно написано. Да. Вот, ну и также нам репутацию и здесь тоже не будет портить на Ютубе и прочих там ресурсах, социальных сетях будет, ну, ну все как-то в единой манере. Отлично, ну. Конечно, давай. А, еще макет придет 6 числа. Вот, но потом дальше выходные идет, и мы можем доставку только на 9 заказать. Может быть, самим как-то забрать прям 6, приехать с пункта выдачи. 100% 6 самим надо забрать, конечно. Хорошо. Ну. Ладно. Сейчас, подожди 5 секунд, сидеть сейчас. Что ты говоришь? Я говорю, есть идея поехать в Москву, снять мини-экспертов, заехать в институт энергетики, но и послушать мини-экспертов. Я уже недели две назад как все тебе предлагал это сделать. А нам обязательно надо, конечно, съездить и собирать мнение экспертов. Почему? Потому что пока у нас нет реального объекта, мы должны подкрепляться мнением специалистов. Поэтому нас интересуют все люди, которые связаны с физикой и механикой, ну, в общем, которые не ядовитые, не завистливые. Но давайте, конечно, обязательно надо это сделать. Ну и советы, не только мнение. Да, да. Надо на самом деле смотреть. Распечатать я бы сделал так. Нужно нашу механику на большом листе раскрыть. Подачи. Просто да, приезжаешь и кладешь на стол и говоришь, скажите, почему это не будет работать. Прям вот так. Без лести, без лишней. Ну, и, соответственно, услышишь их мнение. Или что вы думаете по этому проекту? Да. Ну или. Как эксперт. Потому что да, они да, не понимают, что это. Да, просто что вы думаете об этом? Есть ли здесь перспективы или нет перспективы? Может быть, есть какие-то лучшие варианты? Вы когда-то их встречали, видели? Чем они отличаются? Где они находятся? Где они там реализованы или собираются быть реализованными? В общем, все вопросы. Денис, смотри по выставке в Стамбуле. Вот нам выделили место в самом топовом месте. Это практически у самого входа. У нас вот место будет 36-е, 10 на 10 квадратных метров. 10 на 10? 10 на 10, да. А, ну, отлично. И слушай, нам вообще по максимуму бы избавиться от этих перегородок. То есть... Ну, наверное, вот здесь вот треугольничек вот этот перегородок сделать. Да, уголок оставить для того, чтобы подачи поставить, а здесь макетик. Ну, все, понял, хорошо. Смотри, сделали несколько испытаний, концептуально выглядит очень, ну, на скорую руку, можно сказать, но чтобы затестировать именно какой вид ротора к нашему масштабу больше подойдет, тяжелые нам сейчас вообще не вариант,
самые вот более облегченные лучше работают. И именно вот такого типа больше всего подойдет к нашему макету. Ну да, здесь, учитывая масштаб, нужно именно экспериментальным путем подбирать. Ну да, так и делаем. И тоже вопрос, хорошо бы заказать для измерения оборотов лазерный тахометр, там 2600-3000 рублей стоит. Конечно, возьми, да? Конечно, обязательно берем. Ну, да. В принципе, все, у меня вопросов нет. Так, ну ты мне скажи, когда мы увидим уже более приближенный вариант к тому, чтобы можно было его презентовать, ну, уже детали на ЧПУ запускаем завтра, послезавтра, ну, дня 2-3 уйдет на детали, там, на их подготовку, электроника, ну, я думаю, неделю-полторы уже будет готовый макет. Ну, если это будет за полторы недели, это будет очень хороший результат, потому что на самом деле идем не топтанными дорогами, и нужно много факторов учесть, поэтому договорились. Да я не верю, что через 8 лет после спектакля. Ты не веришь? Не, я не верю. А ты веришь в то, что вот этот планер покажи ему? Из Википедии, братья Райт, когда в 1904 году была вот эта только вот летающий змей. Спустя 2 года у них уже управляемый летательный аппарат был, а спустя 4 года от летающего змея они уже сидели с одним столом с правительством США и вели переговоры по поводу того, чтобы они могли, за какие деньги правительство может пользоваться их патентной формулой. Это при том, что не было интернета. Это не было интернета, это не было никаких токарных станков, это вообще ничего не было. Это было более чем 100 лет назад. 4 года у них ушло на это. Почему ты здесь думаешь, что на это уйдет 50 лет? С чего у тебя? Какие вообще к этому основания? Опять же, сайт ООН открываем. До 2025 года энергии в 2 раза нужно больше. 1,5 миллиарда человек до 2025 года станут жителями городов. Строительный объем – это как 100 городов Москва. Чтобы их населить, это по всей планете будет строиться очень много. И сегодня, и потом, и переделываться, и... Поэтому здесь вообще, мне кажется, тут вообще могут события... Да тут вообще может через месяц уже можно сесть с правительством Малайзии, вести переговоры на эту тему. Может такое случиться, но не исключено это. Ну, может, уйдет и на это 3 или 4 года. Но, во всяком случае, для того, чтобы твои инвестиции к тебе вернулись, достаточно продать 1 лицензию. Она стоит 5 миллионов долларов. Например, на здание 100-метровое, она стоит 5 миллионов долларов. Если 1 лицензия продана, ты уже все вернул инвестиции. Потому что есть такое правило у компании, как только продается первая лицензия, первая, все возвращаются инвестиции под ноль. Все твои вложения возвращаются, это первое. Все, что остается, начинает тебе выдаваться в качестве прибыли. Есть еще лучшие варианты? Ну, покажи мне лучшие варианты. Лучшие примеры. Ну. Мне паяльник нужен, так и не фоль. Мне нужны инвестиции. Иди, добудь мне эти инвестиции. Ты такой, ну, хорошо. Идешь, добываешь инвестиции, говоришь, вот я принес инвестиции в свой проект. Он говорит, ну, отлично, я тебе за это заплачу. И теперь у него есть и паяльник, и не фоль, и они начинают паять. Понял? И вот он, продукт постепенно-постепенно растет, растет, растет. Нужно сделать акцент на том, что мы не хотим бесконечно развивать сетевой, что у нас через какой-то этап. И сейчас тогда, да, вот ты правильно говоришь. И сейчас, друг, сейчас уникальный момент, потому что компания еще пока что вот в этом периоде находится. У Apple такого уже нет. А почему у него нет? А потому что у них огромная капитализация, у них уже акции на открытом рынке. И все, им уже это не нужно. Поэтому сейчас нужно находить вот этих вот проростки, вот эти проростки, которые только-только появляются, их анализировать и, соответственно, с ними иметь дело, и в результате ты имеешь перспективу получить большой доход, чем когда ты подойдешь уже к состоявшемуся дереву. Вот, давай так даже, но в поле растет дерево, вот такое маленькое. Например, засушливый 2 недели, 3 недели не идет дождь. Ему нужна твоя помощь вот этому маленькому дереву? Ну да, если ты придешь и полностью тебе спасибо, оно выживет. А если ты пришел к дереву, которое там высотой 10 метров и там засуха 1 месяц,
пришел ты со своим ведром или не пришел, ему без разницы. И прожить она может намного дольше в этой самой засухе, потому что у нее большие корни. Оно там из глубины себе воду достанет, все, ему уже без разницы на тебя. Но если ты вначале ему помог, этому дереву, оно тебе это не забудет, потому что ты теперь являешься владельцем части этого самого дерева, которое должно вырасти и начать давать плоды. Хороший пример. Ну и типа люди спрашивают, типа, а точно вот он вообще, он точно он там выйдет или точно там зрение, да, типа, так ты и есть та кровь, которая приливается, ты и решаешь по факту, типа, стрельнет или нет. Он решает, человек понимал, позвонил. Он может повлиять, наверное. Нет, человек посмотрит, типа, я не смогу. Да каждый хочет. Нет, просто ему надо, да, причастно. Ты можешь ему сказать, что ты можешь быть маленькой частью этого проекта. Каждый может Дать голос. Давай опять назад откатимся и представь, что ты один из первых 2500 инвесторов компании Apple, когда ей всего один год. И давай попробуем посчитать твое состояние сегодня. Да? Ну давай. И прям надо взять и посчитать. Посмотреть, сколько стоили тогда, что там за что продавалось, и перерасчет сделать из прилавков. Из всяких разных магазинов. Оборудование, торговое, бары, там. Чего там только нет. То же самое, да, швейные машины. Я откуда это знаю? Да я был в этом реальном секторе. И я прекрасно понимаю, что когда 10 человек делают одно и то же, там, на площади в 1 квадратный километр, они друг с другом просто долбятся друг об друга. Они никогда не заработают. Даже если хоть чуть-чуть у них будет прибыль, а если их прибыль будет там 30% или 40% годовых, тут же добавится 11 и 12, потому что он скажет, о, это хороший бизнес, 30% годовых получает, понимаешь, стабильно. Добавится 11 и 12, и твои 20-30%, они опять откатятся на 10% дохода, и ты будешь думать, блин, надо выходить. И все 10, эти 11 магазинов будут сидеть и думать, надо отсюда выходить. Трое выйдут, опять чуть-чуть прибыль себе поднимите, потом опять зайдут, выйдут, и все. И вы потом посмотрите, такие, так, мне уже 55. Наверное, новый бизнес я уже начинать точно не хочу. Ну вот, это такая философия, мне кажется. Такая логика. Исходя из тех знаний, которые есть. Ну, лучше, кстати, они могут, как инженеры, но они могут там чуть форму дальнего лучше, там ТПД, лопатку, форму, но в целом, в принципе, они поменять не могут. То есть только какие-то вот дополнить как-то, но это ну, не... Ну так я и говорю, обойти патентную формулу, ну, обойти. Написано же, здание своей формы концентрирует воздушный поток. Поэтому строительство девелопер, девелоперство это самый большой рынок. И здесь, в этом месте, есть инновация. В чем она заключается? Абсолютно простые принципы.